Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Między Hajnówką a Białowieżą. I tam jadąc widzimy, jak leży drewno i się marnuje. Mieszkańcy uważają, że to jest marnotrawstwo, że nie można tak gospodarzyć. Oni przyzwyczajeni tak na własnych zagrodach, tak samo szanują bardzo Puszczę Białowieską. I oni uważają, że tak, to co upadło, to trzeba podnieść. I jeżeli jest dobry to materiał, to z tego podzielić. Co złe, to dać na opał, co dobre, to dać do przeróbki, do naszych różnych przedsiębiorstw, a ich troszkę mamy tutaj dookoła Puszczy Białowieskiej. I druga sprawa, że jeżeli kornik atakuje parku, tam nie ma po prostu tego, żeby tego kornika niszczyć. On po prostu mówi, że park ma się rządzić swoim prawem, które nazywają naturą. I jest mi miło, że nasi mieszkańcy czczą Puszczę. Oni po prostu, ona była tak jak matka i karmicielką w pewnych momentach i teraz uzupełniają różne swoje finanse poprzez to, że można do Puszczy wejść, można zbierać jagody, można zbierać grzyby. Panowie dzisiaj na pewno będziecie o Puszczy, zobaczycie jak nasza Puszcza ładnie wygląda, naprawdę ładnie wygląda, tam gdzie gospodarzą leśnicy. A tam, gdzie zostawiona została sama sobie, to jest smutno, to jest na to patrzeć i wiem, że wszyscy jak przejeżdżają po tej trasie, to mówią, że Polska jest bogatym krajem. В последнее время польские леса все чаще дают информационные поводы для прессы. Газеты то и дело пестреют заголовками. В сентябре, например, бастовали экологи, а на минувшей неделе в Варшаве сами работники леса выступали против перевода их финансовых депозитов на счет польского министерства финансов. Впрочем, были среди бастующих и те, кого волновали не только финансы, но и еще один не менее важный вопрос. Будущее польской части Беловежской пущи. Разногласия о том, как сберечь для потомков этот уникальный лес, не утихают в Польше уже несколько лет. Если, как говорится, встречают по одежке, то польская часть Пущи внешне производит далеко не самое благоприятное впечатление. Первое, что бросается в глаза... Спиленные и поваленные деревья лежат и просто-напросто гниют. Впрочем, именно так и должен выглядеть так называемый абсолютный заповедник, то есть место, где человек никоим образом не вмешивается в естественную жизнь леса. Но вот только одно «но». Это никакой не абсолютный заповедник, а, как его уже называют местные жители, заповедник бесхозяйственности. 250 метров справа и слева вдоль шоссе Хайнувка-Белая Вежа. Зона вдоль шоссе в Польской Пуще действительно заповедная. В свое время этот своеобразный пояс безопасности ввели для того, чтобы защитить лес, сделать его более привлекательным для гостей. По приказу министра он запретил рубки леса. Но в связи с тем, что очень близко проходит дорога, по технике безопасности его срезали и лежит. Можно его было бы забрать на древесину, но министр снизил рубку леса с 150 тысяч кубов на 40, чтобы хотя убирали 150 тысяч, была бы возможность это забрать. Но при 40 тысячах
не вийде. Так, на білоруській стороні є дуже добрий господар. Там все то є забіране, переробляне і пущане або на піломатеріали, або на ЖКХ, на топку. О, диви, це на російському язикі називаються вторичники. Пошли вторичники, вони розпліняються дуже швидко, і вони йдуть поки в гнілому. Но потом, як їх много є, то вони атакують і сиру древесину. Вони йовку, сосну, дуба, вони все. І то в зв'язі з цими червіми, хочу, щоб лежало, щоб черві, для червів було покарм, щоб мали що кушати. То для цього лежить ця древесина. Але так задужує, не задужує їм бачити таку покарму? Може, одне дерево і треба позоставити, але не 20, не 30. То значить, я думаю, що сама природа, вона кине там одне, друге, третє дерево, і там завжди є той робак. Воно не стоко. Не стоко було, що як є у нас. Небольшое количество, то можно. Абсолютно заповідна зона у нас є, і вистачає цього діла. То добре. То є здоровий ліс ще. Можна щось з якого зробити. Bardzo zdrowe, to z tego można bardzo dużo domów pobudować. Na przykład tak jak na białoruskiej stronie. Są posiłki budowane. Ale tak powiem dokładniej, u was rządzi prezydent. I on co trzeba, jest kadziajnym proszę. I on co trzeba zrobić. A u nas komanduje, kto раньше wstanie, kto komanduje. Глава администрации поселка Белая Вежа Альберт Литвинович тоже часто бывает на белорусской стороне пущи. Ему есть чем сравнивать. Местный чиновник, экономист по образованию, уверен, что между экономикой и экологией должен быть разумный баланс. Если все запретит, то 600 человек станут безработными и придут ко мне за пособием. У людей сердце кровью обливается, когда они это видят. Если бы прежде у лесника на территории творилось бы подобное, его бы мигом сняли с должности, потому что это расточительство, и в этом в смысле интересен ваш опыт. Эксперименты можно ставить на территории там 2-3-4 тысячи гектаров. Но ставить эксперименты на такого порядка, как польские экологи, я считаю это неприемлемо. Они на сегодняшний день убирают питомники, лесные школки, то есть перспективу пущи убирают куда-то за пределы. У нас же наоборот сейчас пришли к выводу, что назрела необходимость на территории Беловежской пущи строить самый современный лесной питомник. Ну а с другой стороны, учитывая, что такие были напутства Беловежской пущи, как Караед, дважды прошли мощнейшие ураганы, поэтому пришлось это все разрабатывать, перерабатывать, продавать, зарабатывать. Зарплату мы зарабатывали себе сами. Главным фактором, который не дает восстанавливаться природному комплексу Беловежской пущи, это являются копытные, в частности, олень, ну и частично кабан. Олень, он исключительно выедает молодые побеги сосны, то есть сеянцы сосны и дуба. И регулировать их надо. А регулировать можно несколькими способами. Можно просто взять, отловить и убить. А можно и на этом заработать, то есть сделать руками иностранных охотников и на этом заработать. Но я, например, не вижу никакого здесь нарушения, если регулирование численности на территории парков и заповедников осуществляется путем отстрела. Да. У нас бывает, это короедное, сухостойное или буроломное, которые не годятся на переработку. Вы это продаете на ЖКХ или где-то на топку? В основном мы перерабатываем. Что можно где-то что-то с этого выпилить, а остальное, да, идет на дрова. На дрова. Да, ну и в первую очередь обеспечиваем население, которые живут на территории Беловежской пущи и пролегающих территорий. Потому что трудно человеку объяснить, что едет за 200 километров за дровами. Это тяжело мне, это невозможно. Можно годовать здесь животный мир, все, восстанавливать растительный мир, но на первом месте на этом древе жизни сидит человек. Да, не кузаки. Да. Не кузаки, да. Да, а человек. Поэтому надо все это, в первую очередь, должно работать по благу человека.
У вас красивые дороги, асфальтные. Это не так давно, сперва были гравейки. Сколько километров у вас этих дорог? Где-то так приблизительно. Где-то 220-230. Чтобы не было далее этой хвороби, в засаде у нас ничего не робит. То значит, по, как то еще называют по-русски, по приказе министра охраняемой среды и экологов, можно назвать псевдоэкологов, сказали, если дерево начинает болеть, надо его оставить. А там же жизнь идет. Это там черви, это там всякие кузаки, это всего много очень. И не надо убирать. Пусть эта болезнь идет на всю пущу. Пусть она пока гибнет, а за 700 лет она возродится, будет очень красиво. Мы в это не верим. Мы боремся с этим, чтобы сохранить пущу, хотя какая она есть. Может, она уже плохая, но чтобы хуже не было, а лучше. Чтобы бороться с болезнями, бороться с этим, что есть плохое, чтобы оставить пущу, так как я сказал, какая есть. У нас этого нет. У нас нет борьбы за это. В лесах иных, не подлегающих под парк народовых, са такие, как у вас еще называют, вышки, амбоны, але бардзо скромные. Псевдоэколози приезжают с плахтами, розваляють амбони, не дають полувати, ніхто вілки чи як, чи звіжина сама пада. Нема ніц. Тут є дуже пікне, тут є добре зроблено. Супер зорганізовано. Але то хіба для того, що тут жонді один чоловік і це уважа, то є добре, а у нас є сетки. Ekolodzy mają inny pomysł na przyrodę, na ochronę przyrody. Ich zdaniem jest najlepiej, znaczy najlepiej zachować, nic nie robić w przyrodzie. No my leśnicy inaczej na to patrzymy. My uważamy, że nic nie robi. Znaczy oni mówią o ochronie, inne spojrzenie na ochronę. Oni mówią o ochronie, czyli rozumieją przez ochronę nic nie robienie. My natomiast uważamy, że ochronę czynną trzeba wykonywać. A ochrona czynna polega właśnie na tym, żeby powielać to, co pomagać tej przyrodzie, no i usuwać zagrożenia, które mogą wpłynąć na większe obszary. Na przykład takim zagrożeniem w Puszczy Białowieskiej jest u nas kornik drukarz. Заповедный режим нашей белорусской Беловежской пущи признан эффективным во всей Европе. Здесь, в Беларуси, к лесу относятся, я считаю, мови в Польше по-господарску, то есть по-хозяйски. Человек вмешивается в жизнь леса тогда, когда это необходимо. Ну вот хотя бы, например, здесь. Буквально несколько лет назад в этих местах пронесся сильный ураган. Сейчас старые деревья вывезли, и на их месте новая посадка. Вырубки в белорусской части леса исключительно санитарные, еще так называемые рубки просветления, чтобы деревья не росли слишком близко и не мешали друг другу. У нас в бюджете огромная дыра. Не хватает половину денег. А здесь... Мільйони кубов пропадає леса, це красиві дуби, сосни, ёлки. Це було б несколько мільярдів денег, щоб убрати це і переработати. Заповідний напів, заповідний.